Добрый вечер, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Toyota RAV4 2015 года выпуска с двигателем 2 литра автомат. На этом автомобиле заменим мы сегодня передние тормозные колодки. Износились, товарищ позвонил срочно, говорит, давай заменим, говорит, надо, а то уже некуда терпеть. Поднимаем автомобиль, снимаем колесо. Сначала одно, потом второе. На подъемнике поднимать не буду, сделаю на домкрате. Поднимаем. Поддомкратил автомобиль. Снимаем колесо. Теперь вот здесь, вот сзади, откручиваем два вот этих болта. Верхний и нижний. Можно открутить один нижний и поднять скобу, но я хочу направляющие потрогать, как они работают. Ложим цилиндр наверх. Вот сразу видно, что направляющую надо мазать. Стало уже подзакусывать. Также и верхняя. Сейчас снимем и почистим. Колодки еще родные, оригинальные стоят. Вот уже пескун зацарапал. А здесь уже по внутренней выработке заскребла, но металла еще не содрала. Пока еще диски можно не менять, выработка еще позволяет им походить. Берем новые колодки фирмы Sunshink, номер их SP2138. Да, 21-38. И снимем вот этим по одному радиатору с колодок и снимем пескуны вот эти вот. Пескун сразу переставляем его сюда. Все, пескун переставили. И переставляем радиатор наружный. Этот оставим, потому что здесь такой же радиатор стоит. Хотя мы, наверное, его оторвем. А поставим родной заводской. А этот снимем. Вот так вот. Устанавливаем на место колодку. Посадочные здесь чистые. Ну и со второй колодки точно так же снимаем радиаторы. Один и второй. Снимаем пескун. Здесь вот фиксатор он. И одеваем на новую колодку. С новой колодки снимаем родной радиатор и устанавливаем заводские оба. Устанавливаем колодку на место.
Все, колодка у нас стоит. Теперь черед за направляющими. Выдергиваем направляющую. Протрем ее и смажем. Протер вот на это место. Вот где проточки. На эти проточки наносим смазку. Таких три проточки. И немножко смазки сверху. Берем, заводим в пыльник. Покручивая. Все, направляющая двигается. Теперь нижнюю. Здесь с шумоподавляющей резиночкой. Также протираем. Смазываем. И также сверху. Тоже заводим. Все, направляющие у нас двигаются мягенько. Теперь берем струбциной и сдавливаем цилиндр. Обращаем внимание на то, что поршень вышел много, колодка износилась. Вот этот пыльник, если его вот так вот перекосило, мы его поправляем, чтобы он у нас встал на место по форме, чтобы при установке его не порвать об колодку. Вот, поставили. Теперь аккуратно заводим на место. И закручиваем оба болта. Ну, направляющие прокручиваются, поэтому держим их ключом на 17. И также нижний. Теперь нажимаем на педаль тормоза пару раз, чтобы выбрать вот этот свободный ход. Меняем аналогично со второй стороны. И на этом все. Замену тормозных колодок на автомобиль мы закончили. Всего вам доброго!